Пожар в Минске. Сегодня в центральной части столицы тушили офисное здание. В считанные минуты пламя охватило часть кровли объекта, а также перегородки на уровне 2-го и 3-го этажа. Арендовало помещение частное предприятие. По предварительной версии, причиной возгорания стало несоблюдение мер пожарной безопасности строителями, которые ремонтировали одно из подсобных помещений. По прибытию подразделения МЧС к месту вызова наблюдалось открытое пламенное горение кровли и обрешетки на общей площади 300 квадратных метров. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось менее получаса. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара в настоящий момент устанавливается. Основная рассматриваемая версия – это нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.